Здравствуйте. Вы знали моего отца? Он умер. Сердечный приступ. Старый лис. Никогда не говорил, что у него есть сын. Надолго к нам? Приезжие не очень любят оставаться в нашем городе. Боятся, что с ними случится что-то плохое. Кто-нибудь! Человек ранен! И будь осторожен. Ларис, что случилось с вашим мужем? Она черная вдова. Мы что, действительно будем раскапывать могилу? Черт! Проси подкрепление у военных. Я не думаю, что он просто заметает следы. Он перевоплощается. Вообще зря ты все это затеял, капитан. А если начнется стрельба? Это проверка документов. Ты хочешь сказать, что патрульные за меня погибли? Знаешь, что случается с теми, кто много болтает? Их находят в море. Как моего отца? «Молчание». Премьера многосерийного фильма. С 10 мая на Первом. Это твой билет. Только из уважения к твоему отцу ты увидишь отсюда не в чемодане. Все понял?